Руслан, устал, да? Ну так, да, не привык все равно, во-первых, адаптация к климату и все, но в целом там были удивлены стадионом, потому что внутри температура совсем другая, потому что в целом комфортно играть. Как бы еще могу сказать, вначале владели инициативой и никаких там лишних забегов, спринтов на 70 метров у нас не было, потому что контролировали мяч и контролировали, выбирали точно правильную позицию, чтобы меньше бегать и перехватывать мяч сразу с другого года. Потом дали инициативу, из-за этого начали появляться проблемы. Соперник как бы почувствовал какую-то уверенность. Вот. Но да, и свои ошибки были, и хорошие моменты. Сдавали много моментов. Ну хорошо, что не проиграли, а то так было бы, наверное, чуть-чуть неловко, да? Ну, в целом, вообще, должны были выигрывать, я думаю, решая сразу свои моменты, и, мне кажется, раз все вот, пропустили первыми, вроде пришлось отыгрываться, и потом опять какие-то опасные моменты, и у соперника контратаки в основном. Вот, но, я говорю, это повод еще работать над собой еще больше, потому что я считаю, что должны в таких играх выигрывать и выигрывать уверенно. Моменты были не только в начале, но и в конце. Было ощущение до последнего, что можете додавить? Да, да. По ходу всей игры, я думаю, все ощущали, что мы можем додавить и выиграть этот игру. Поэтому есть на чем работать. По поводу вашей позиции на поле, вам где все же удобнее играть? В центре поля или в центре защиты? Да, честно, без разницы. Вот поэтому. Все, давай. Сейчас, последний вопрос. Пойдем, давай. Все. Много вопросов, так не надо.